Здравствуйте, товарищи, с вами Сэр, Джек Фрост, и это Dota 2, это первое видео, которое я записываю с новой платой. Ну, технически оно не первое, но первое, которое появится на канале. Так, чисто для разогреву, так сказать, давайте подумаем, кого нам взять и возьмем рандома в итоге. Или Вивера. Почему бы не взять Вивера? Потому смотрите, это ебло кричит мне, пошел ты, хотя, блядь, все. Я-то если рандома возьму, я им пиздато отыграю. Давай, бери рандома. Давай. Ну и все. Тебе повезло просто. Че это мне повезло? Я сказал. Я не знаю, кого мне тут взять. Опять в этот. Кого мне взять? У нас Гуля наверняка лес. Так, ну и что? Что этой пизде собрать? Пурман Шилд первым артом. Я думаю, то, что это будет... Возьму-ка прям... я свына. Плюс 6 ловкости. Какой нахуй свына? Ты дебил, что ли? Ты видишь вообще пик? Ну, стан. Ну, а кого будет против такого пика брать? Не знаю, мне похуй. Я пойду фармить в легкую. А я снайпера возьму туда. Так, Гуля, лес... Ты, тупое ебло, ты просто вообще видишь, блять, на свой ёбаный пик. Да. Твоей ёбаной команды. Да. Ну все, короче, я вернулся. Хуйни напикали. Ты видишь, что тебе пишет? Что ты хуйло. Один из них взял Тускара. Это он и написал, он и взял. Ну вот. Ну нормально, чё ты. Ты на Тускара, то что он говно. Он в твоих руках говно, прям кусок говна абсолютно бесполезного. У меня он нормальный. У тебя его вообще, блядь, у тебя никто не нормальный. Я мид, как раз. Мид, хуит, со мной кто идет? Ты один. Да вы издеваетесь, какая в пизду соло мартретка? Я нихуя не нафармлю, буду как кусок говна, блядь, бегать. Кинжальчиком добивать крипов. Ой, блядь, ты вообще заткнись нахуй, тебя дум на меде выебет, высушит и потом сожрет твою мать нахуй. Нет. Блядь, как же приятно. Еще не факт того, что будет дум. Да? Ну, из их пика... Висаж. Ну, еблан просто он. Дум бы тебя вообще так изнасиловал нахуй. Он бы справа ко мне не подошел. Конечно. Ой, это так, дум. Слардарчик. Ебло слардарчик. Йо, и алхимичек, ну надо же. Я чувствую то, что я буду, блядь, только даггером крипов добивать. Сколько он по крипам ебашит? 50. Короче, я ебло и не добил, и не заденаил. Ну ладно. Разогреваемся. Это первая игра за несколько дней. Блять, 58, какой же у нее маленький урон. По хребтине получил. Да, сейчас я, наверное, убью. Нет. Чего? Меня убьют? Эти бомжи, да, что ли? Да. Эти бомжи, блять, меня убьют у себя во сне. Ебло я. Просто, я знаю. Просто так, блядь, проебал кинжал. Нет, ну они могли бы, конечно, попытаться. Я за мартретку на самом деле очень мало игр отыграл, поэтому я не сильно даже представляю, что и качать. Сука, еще и на X фармит именно те, блядь, спавны крипов, которые... могли бы мне пригодиться для отводов, но я, естественно, не буду отводить. Я же не еблан. О, на Экс алхимик гоняет. Ну ладно, пусть гоняет, я тем временем пофармлю. Ну и чё, у него хп, что ли, мало? Ну не так у него мало хп, чтобы я что-то выёбывался на него. Да ты чё, ёбаная селедка, отъебись от меня. Да ты меня заебал, у меня блинка даже нету. Накручивает. Ну, накрутил. И чё ебать?
Гуля сдох. Никчемный Гуля, блять. Сейчас сука. Да пошел он нахуй. Копи, Карипа. Чё? Ебло, мог раньше прийти. Сука, ты видишь, что у меня нет блинка. Нахуй ты за ним вообще бежишь. Я без блинка, блядь, по-твоему, должен его убивать. Я же не думал, что ты такой еблан будешь меня в ганге, блядь, звать. О, как страшно. Я моргал, блядь. Я моргал в стекло. Ебло, что ты творишь? Кликаю, у нас основа, у меня СС. Научился, блядь, научили дитя кликать. Я не научился, я знал. Ну да, хочешь сказать, когда эта хуйня появилась, ты сразу же знал. Не, я просто все кнопки тыкал. Все комбинации. Разумно, блядь. Ну, в какой-нибудь вселенной точно. Ой, да просто иди нахуй. Ты про чё вообще? Про Слардара, который выёбывается. У меня визажа до сих пор нет. Да блин, я это уже сделал, блин. Пиш. Так, ушел с центра. У нас Акс, у них Акс ливнул. Ну это будет легко. Все понятно. Хуихко это будет. Смотри, как залупаются на меня. Нет. Два дебила, блять, это сила. Просто такие долбоебы. Так, что бы мне, надо стики купить, наверное. Как ты считаешь? У кого-то есть хук тут же? Да, блять, у кого он спрашивает? Тут же, блять, играют всякие бичи, типа, вон, снайпер, 5-й левел до сих пор. В то время как визаж 4-й, он, наверное, просто, блять, я не знаю, стоит АФК. Сажа вообще нету на лайне. Ну, он стоит АФК, потому что... А. Сейчас Снэкс, наверное, сдохнет. Анкома, на, в смысле он не костяной хук просит? Найкс? С чего бы ему сдохнуть? Не знаю. От крипов? Третий левел. Да, лесной Найкс это такое, блять, уебище. Не, ну в принципе в пабе, конечно, можно, но никогда у тебя так лайны тупо распределены. Хотя нет, у нас лайны еще более-менее терпимо, но вот единственное то, что, блядь, я не фармлю. Дали бы мне пофармить в какой-нибудь трипле, да даже в дабле против этих двух дебилов я бы их уже поубивал, блядь. Нафармил бы. А насколько меняется хук на пуджа вещей? Вот минус, в отличие от бандикама этой карты, она не ставит запись на паузу. Лох. О, еще и визаж. О, это будет вид. И у нас оба от этого лись, короче. О, тайминговый стан. У пацана. Вообще, мега. Ребят, вы не на того... Вы не на того напали. Смотрите, как красиво. Это просто матрицу можно снимать. Моя такая мартретка материализовалась у крипа. А он такой стан, и здесь такая вода. Как он водой вообще, блядь, станет? А здесь такой алхимик, и он... Наверное, это не алхимик, это все-таки куски от меня. Или он кастует? Если он кастует, то надо съебывать. Нет, он не кастует. Ну, пока у меня нету критов, особо залупаться смысла нету. У меня нету критов. А, ну окей. Сейчас у меня, в принципе, 6-й скоро будет. Можно будет убить обоих. Я вниз пошел. Если ты в состоянии, конечно, о, хоть что-нибудь сделать. Дом разукрашенный. Сэйти. Морда у него, конечно, вообще говно. У кого? У Дума? Да, с этим шлемом. Ебать, малыш. Малыш, ау, что же ты делаешь? Какой же ты страшный и опасный. По-моему, алхимик накручивает.
Да. Ой, алхимик. Акс переподключился. Ну, теперь не так. Крит. Ладно. И так сойдет. И так сойдет, как говорится. Так, мне еще и на стик хватит. Кто там, блядь, мигает постоянно? Это тут снизу. Тут снизу. Мортретка, у нее, блядь, такой монопул маленький, но при этом обилки такие дешевые, что прям приятно аж на лайне стоять за эту пизду. Ну, как вы видите, то есть даблкил, который мы сделали, никак не относится к тому, что визаж ливнул. Если бы визаж не ливнул, я думаю, то, что даблкил все равно был бы. Кстати, алхимик съебался. Ты это, по-моему, говорил только что, да? А еще у мартретки же есть же... Чего? Ей же подняли эту... А, третий скилл, теперь 40% доджит. Да. Да. На максимальном уровне. Ну, это ж чит вообще, пиздец. Сейчас какие-то там еще скиллы урезали. У каких-то персонажей там... Кулдауны поподняли. Блять, ты так охуенно рассказываешь. У кого-то что-то, короче, урезали. Я помню, что у Висажа первый скилл урезали. Короче, подняли кулдаун, что-то урезали. Да. Короче, ты прям... О, видишь, лайфсейвер убит нейтралами, я так и знал. Может, он специально умер. Чтобы на базу быстрее перемещать. Причем у меня всегда так, когда есть лесной гуль, он постоянно задыхает у лесных крипов. А почему ты меня бьешь? Я на эту катафалку кликнул. Ну, чё поделать, братиш. Смотри, короче, тебе даже СС не надо писать. В смысле? За тебя пишет все этот, Гуля. Ну, заебись. Ну и, кстати, то, что два станера ушли куда-то, это, типа, хороший задел на ганг, может быть. Видишь, как много пишет сразу СС. Кликает, точнее. Главное, чтобы на меня они сейчас не пришли, на ганг. Бать, я, короче, крипов ваншочу. Ваншочу. О! Полетел, братиш. Как всегда, тайминговый стан. А нет, сука, успей спустить в меня. Спустил в меня свою хуйню. Гангеры. Давай убьем, попробуем. Гангеры от бога, блядь. Ну ты видишь, у них фул хп. Мид пронес. Немножко. А, алхимик, ёпта. Давай, ебаш его. А он бутылку да заюзал. Ебаш. Да похуй. Это было смешно. Пошли, пошли. Пошли. Я остановил. А, он бежит сейчас. Нет, он не убежит сейчас. Ну давай же, микростанчик. Ой, да ладно, кто там сюда, блядь, лезет вообще? Так. Слышь? Чего? Хочешь куру грейдануть? О, Акс! Почему я? Я мидер! И чё? Кого это волнует? Слышай, ну его так-то надо было сейчас убивать. А я чё делал? А я зассал. Я думал, может, там алхимик еще какой-нибудь есть. Ну, кстати, он здесь, я так полагаю, до сих пор. Я же не видел, чтобы он уходил. Иди сюда. Иди сюда, он здесь. Где? Сзади, Слардар? Ну, нахуй ты на Акса тогда тратишь. Ладно, Слардара тоже убьем. Он меня, правда, сейчас сам убьет. Спасибо, что спас. Да ладно, я делал это не ради тебя.
Пойду-ка я на базу. С интернешнеловским худом, короче, глючит лавка. Не лавка, а эта хуйня. Блять, нет, башня меня, наверное, что нет. А, эта хуйня глючит. А что за карточки, кстати, это выдают? Да хуйня всякая, я что-то в этот, в компендиум можно эти... А, Слардар ливнул. Он, да? Он, наверное, решил, что меня слишком расформили. Не, ну так-то он прав, у меня как бы БКБ через 1000. Ебать, как это меня крипы перефармили. Как говорится, ебать я лох. Да. Не такой, как ты, поэтому мне спокойно. И почему же я лох? Почему нет? Ебло тупое. Пойду гангану кого-нибудь. Кого? Тут уже некого ганга. Не знаю. Акс у нас в лесу. Можно у тебя крипов позабирать. Смотри. Оп. Крип. Шлюха. Чё так грубо-то, а? То, что она женщина, не значит, то, что она сосет за айфоны. Она сосет за БКБ. О, смотри, где Акс. Ебать. Он все могилу откопал. Клиент, да, нахуй. А там еще один, кстати. Дум. О, Дум, здорово. А у Дума уже есть Дум. На Акса хуярь ультой. Я господствую. Блять, я так рад за тебя. На самом деле мне похуй. Привет, Гуля. Как фарм? Нормально? Ебать, ты мне, Гуля, короче, оставил тут пофармить пацанов. Если у алхимика стан замакшенный, то он меня ёбнет, в принципе. Ладно, пойду на базу, заберу там шмотки всякие, я слышал, у меня лежат, можно стик догрейд. Следующую игру за алхимика поиграю. Тебе-то только за алхимика и играть. Что, выиграл команду ливеров, выиграл. Чтоб вы понимали, то есть это, блядь, вот мы играем против дебилов, но я-то, вы поймите, я-то 33-й левел, то есть я, это, конечно, говно, если сравнивать с каким-нибудь дубасом, блядь, но тем не менее. Ты знаешь, что такое дубас? Нет. А я даже не удивлен. Смотрите, я, короче, все на горячие клавиши себе захуярил. А мне неинтересно. Ебать, какой такой гений? Зари, Акс, Акс, Зари, где Акс? И чё? Смотри, где я. Ты по земле катался, я говорю. Нет, у меня он нормально себя вел. Чё бы нам не убить его, вот скажи мне. Почему ты его не убил? У него было много хп. Какая-то не очень правдоподобная отмазка. Иди его убей. Если ты думаешь, что я не справлюсь, то я пойду сейчас и думаю, ёбну. О, алхимик! Нормально. Нашел пацана в лесу, короче. По пути, пока Дума шел убивать. А Думу похуй, короче. Алхимик отключился. Ну, игра, считай, 15 минут. Сейчас эти тоже отключатся. Заебали стилить. Малыш, ты что-то попутал. Лина стоит просто, ничего не делает. Да нахуй в такой игре что-то делать. Акс такой тупой. Я обожаю, блядь, чего? Всяких вот таких вот, блядь, тускаров, которые, когда у них, блядь, мартретка нахуй, главный керри команды, забирает. Не, ну это да, это, то есть они, то, что они не должны возникать, потому что и выебываются то, что заебали стилить, я же тускар, мне же Shadow Blade надо собрать. Не мышка, а не мышка лаганула. Ну не мышка, так не мышка. У меня нет. Он говорит, что у него мышка лаганула. Нет, он сказал не мышка, то есть лаганула что-то другое, он, но не запятую, мышка. Он запятую забыл поставить, блин. Как это? Как можно забыть поставить запятую? Меня сейчас убьют. Бывает. Я дум зажал. Ладно. Со следующей пачечкой крипов заберем этих, так подстопим. Так подстопим. Так. Почти. Ну, в принципе, нормально. Блять. Меня, короче, крипы перефармили. 275. Я потом себе тоже этот компендиум возьму. Ты заебал, ты уже должен был его взять. Компендиум клевая штука. Не лень его покупать, плюс мне еще почему-то деньги не пришли на Steam. С Яндексом у меня сразу пришли.
Я по лобе не поставил. Такая интересная игра, блядь, 15 фрагов. В них в 10 я участвовал, нормально. 16 фрагов. Как Тускар не убил Дума-то? А где? Или это не Дум был? Слышь, я сейчас куру, если апну, я вас так обоссу. Мне нравятся эти лесные парни. Слушай, чё Гуля до сих пор в лесу делает, когда уже что-то никого не играет? Не знаю, Гуля что-то знает, я думаю. А мы же опыт получим, если вдруг этот? Нет, если все ливнут, не получим. А если двое нет, останутся? Если ливнут все, то получим опыт, но не получим чего-нибудь другого. А этот? А нет, наверное, если я тоже возьму компень... Ну, это книжку, нет, короче. Нет, складываться не будет, у тебя просто будет 225%. А там даются разные сеты, да? Не знаю, не знаю. А ты что-нибудь покупал в Стиме уже? Нет. Что? Так, ну, я не знаю. По-моему, за первую покупку в Стиме дается какой-то сет. Мне дали на Вич Доктора. Ну, он отстойный, камоновский. Там 6 насмешек дается рарных. На всяких лин. Ага. А чё вы? Куда вы? Пошли. А Макс с этим? Ну, все правильно, пошли. Я вот на этой неделе, наверное, возьму. Если деньги будут. Акс? Братишка. Лина застилила. Охуели все. И я у тебя застилил. Ты знаешь, что с Линой за это будет? А по идее я буду... Иди. Тварь, блядь. Застилила она у меня. Я тоже у тебя застилил. Ну, на тебе Дума не висит. Так бы я и тебе пизды дал. А, кстати, я что-то читал, то, что вроде ульту Дума порезали, если на 200 метров уйдешь, то этот... Ульта скинется, нет? Нет. То есть там не так было? Странно, я что-то помню, то, что так. Если аганим собираешь Думом, и ты не отходишь на 200 метров от человека, то ульта на нем не тикает. То есть она тикает, но тайминг не идет. И... А, ясно. Блять, Акс заденайл, ты не смог. Просто могилу себе вырыл. Да ты шо? Давай, я тебе помог. Ты пидор. У меня как раз БКБ кончилось, когда он ультанул. О, я Аксу убил. А, я стики не прожал. Вон. Буду сухожилия им, сука, подрезать. А, нет. Он дополнительный урон дает нанести. Шанс. У Гули вообще интересная, короче, игра. Стоит, крипов бьет. Участвовал аж в 3 драках, в 2 из которых он умер. При том, что на карте, блядь, 20 киллов. Люблю лесных Гуль. У него зато Мидас и Армлет есть. О, прикольно, какой сейчас ливень идет. Ты не мог бы во всех участвовать. Нет, ну кроме твоих. То, что сверху стоял. Я и в лесу 2 пацанов нормально так захоботил. Парни просто, короче, покачаться решили на крипах. Я пришел, сказал, здрасте. Можно Владимир. Ты знаешь, нас тогда и 2 убили. В смысле, когда? Ну помнишь, когда был Вайпер и БХ? Нет, не помню. Когда единственное, что я помню, это то, что сейчас этим двоим дохуя денег идет, и они, в принципе, вполне могут нас выебать. Когда я играл Тинит или чем? Да я не помню. Я чё, блядь, все думаешь 500 игр свои в доту помню? Да даже я это запомню. Да что ты пикаешь, мне похуй. У меня есть БКБ. Кто там? Че туда пикает эта пизда? Это я пикнул сейчас. Ну я и спрашиваю. Вау, Дум. Как страшно и больно. Да, конечно, сдохну, братиш. Особенно, если ты меня стопить будешь. О боже, как мне больно, что же мне делать? Сволочь ты. В смысле?
Ты мог бы его как-нибудь ударить, я тогда с ультой убил. В смысле, я и так, блядь, чуть не умер от Дума, это так страшно было. Дум-то второго левела уже, поди. Нас перданули. Ой. А тебя кинули. Алхимик седьмого левела. Мне просто лень даже на него что-то тратить. Что-то лететь, прыгать. Можно не меня, башня? Ох ты! Сука, кто ж знал, что у него блинкдаггер есть? Кто ж знал? Ты, должен был знать, потому что у них, они же вдвоем. Ну, мало ли, может он еще БМ купил бы против меня. Чтобы я по себе, типа, критовал. Но я бы не критовал, естественно, по себе. Я бы, в принципе, блядь, не бил себе. Когда у него БМ или бил через БКБ, мне было бы похуй на этот БМ. Но он-то мог и не знать об этом. Правильно? Да, на самом деле, я тоже затупил, надо было поражать, просто БКБ да съебаться. Да или убить даже его, без, если он не может ультануть, а, по-моему, он через БКБ не ультует, то он бы и не убил меня, соответственно. Ну, это такое, я могу, конечно, выкупиться, но мне впадло. Денежки тратить. 10-2, а мог бы на самом деле и 10-0 сыграть, если бы один в залупу не кидался. Че он пишет, я один? 11 левел, хотел сказать. Я 11 левел, у меня есть Митрил Хаммер, я собираю дезолятор, потому что я ебло, судя по всему, он хочет сказать. Блять, Дума Лина соло может вынести. Ну, правильно, а почему бы и нет? Ну, ничего, сейчас у меня этот 16-й будет. Я ульту еще одну. Прокачаю. Сука, сейчас Дум на меня кинет. Чё, а Дум ливнул. Ну, ты не знаешь, Акс остался. Что Акс не сможет кинуть на меня Дум. Ну, Дум только сейчас возродился. Ну и угадай, на кого, блядь, из нас троих фловых он кинет свой Дум. О, смотри, они даже башню нам не принесли. Ну. Бичам выигрывать и радоваться, ёпки. О! Фортификация, блядь. А, вы снесли снизу тоже, что ли, блядь? Мега-крипы, конечно, это жестко. Сверхполезные мега-крипы в такой игре. Без них, они, наверное, Найк теперь все, он пошел опять в лес. Блядь! Ну это клево, че. Без понтов ЖВ. Что за ЖВ? Ну это для ебланов, которым впадло написать, блять, нормальный смайл. О, Дум переподключился. Он решил. Смайл, вдруг они. Вдруг выиграли. Вдруг они так затащили. Конечно. Конечно. Вдруг Акс затащил соло. Против расфиженной мартретки. Ну правда, у меня кроме БКБ-то и нет нихуя. Ну вдруг! Кто ж знает? Вдруг. ЖВ. В общем, о, вот это я активирую. Кому это далось? Рарочка. Пипец. Линия. Линия. Нахуй рарка на кунку. Кому она нужна? Я вон карточку сейчас активирую. Себе. Сундук дали когда-то, я даже не успел, блять. У меня есть одна карточка. О, у меня есть. Так, ну давайте. Даже две карточки. Да ты их активировать ты не можешь. Я знаю. Давайте посмотрим, что теперь в компендиуме изменилось. Ничего.
Ну и... И... Ничего. Ничего. Ну... Ну вот, типа, мне дали карточку. И что? Почему ты тут фотки не у всех игроков, короче, есть? Вот у Na'Vi у всего состава. Да. У Team Liquid почему-то у Куракая нету. У Team Dignitas вообще только у одного. Че это за прикол такой? И зачем мне эта карточка нужна была? Хер его знает. Вообще, мне с вами понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и там друзьям можете рассказать. С вами был Сет, Джек Фрост, до свидания. Пока.